Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я предлагаю приготовить вместе торт «Спартак». «Спартак» у меня будет с кремом «Дипломат». «Дипломат» – это очень вкусный крем, который прекрасно подходит для медовиков. А по сути, торт «Спартак» – это шоколадный медовик. Также способ раскатки у нас будет не совсем обычный. В общем, тортик получается очень-очень вкусный. Для тех, кто еще не подписан на мой канал, приглашаю подписаться и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Для приготовления коржей нам понадобятся следующие продукты. Полный список я вам оставлю в описании под видео. В емкости с толстым дном смешиваем 3 столовые ложки меда. К меду добавляем 120 грамм сахара, щепотку соли и 100 грамм сливочного масла. Ставим на небольшой огонь и регулярно помешивая доводим до закипания, но не кипятим. Нам нужно, чтобы сахар и мед полностью растворились. Убираем массу с огня, взбалтываем 2 яйца и добавляем к растопленному сахару и меду. Быстро перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложечку соды, еще раз перемешиваем и возвращаем массу на огонь. Провариваем в течение 3-4 минут. Нам нужно, чтобы реакция меда с содой произошла. Масса должна запениться и побелеть. Вот посмотрите, уже начинает пениться. Выключаем огонь. И чтобы масса побыстрее остыла, переливаем ее в другую емкость. Я отмерила муку и какао и просеиваю их в ранее замешанную еще горячую массу. Какао обязательно берите темный, хороших сортов, не сладкий. И замешиваем тесто. Тесто получается примерно вот такое, посмотрите. Оно вот так падает как бы с лопатки. Как густая вареная сгущенка. Далее берем противень или силиконовый коврик, перестилаем его пергаментной бумагой и с помощью любого круга, тарелки, у меня это кондитерское кольцо, очерчиваем нужный нам диаметр. У меня это 18 сантиметров. Тесто делим примерно на равное количество частей. Я делаю на 8 коржей. Руки я немного смазала сливочным маслом, можно смазать растительным. И вот таким образом растягиваем тесто по кругу. Можно растягивать немного с лихвой, нам это останется на крошку. Желательно, чтобы толщина теста была примерно одинаковая по всему кругу. Для этого рецепта не нужно ждать, пока тесто остынет, иначе потом вам придется его раскатывать. Растягиваем от центра к краям, чтобы получилось все равномерно. Чтобы при выпечке тесто не пузырилось, не забываем наколоть его вилкой. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 5-7 минут. Не передержите, чтобы коржи не получились сухими и ломкими. Как проверить, готов ли корж? Вот так немножко с краешку приподнимаем вилочкой. Если корж отстает легко, значит он готов. Первые 2 коржа у меня запекались в течение 7 минут. Последующие коржи будут запекаться быстрее, потому что духовка уже очень-очень хорошо разогрета. Не забывайте и учитывайте это. С помощью кондитерского кольца или любой тарелки или формочки сразу еще горячий корж подравниваем по нужному нам диаметру. Посмотрите, какие красивые получились коржи. Я их не пересушила. Очень красивый шоколадный цвет и очень вкусно пахнет на всю кухню. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно 8 коржей. То же самое проделываем со всем тестом. Приготовим крем для торта. В этот раз я выбрала крем «Дипломат». Сначала приготовим заварную основу для крема. В сотейнике или в кастрюльке с толстым дном смешиваем 2 яйца. Добавляем 130 грамм сахара. Добавляю щепотку соли, экстракт ванили. У меня здесь буквально 1 чайная ложечка. Все хорошо тщательно перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 3 столовые ложки крахмала. Это примерно 35-40 грамм.
И еще раз перемешиваем до однородности, чтобы не было никаких комочков. И теперь сюда же постепенно вливаем 500 мл теплого молока. Котенок с подготовленной массой ставим на средний огонь и регулярно помешивая доводим до закипания. Теперь нам нужно проварить пару минут массу, чтобы не пахло мукой и крахмалом. Происходит это очень быстро, здесь очень важно все делать на минимальном огне и быстро перемешивать. Масса быстро загустеет и побелеет, значит все правильно. Убираем массу с огня, продолжаем перемешивать и теперь сразу же сюда добавляем 100 грамм сливочного масла. Еще раз перемешиваем, чтобы все воссоединилось и масло растопилось. Если вдруг у вас получилось много крупных комочков, то можно их перебить миксером, либо погружным блендером или протереть через ситечко. Горячий заварной крем переливаем в другую емкость, чтобы процесс варки прекратился. Заварная основа для нашего крема готова. Накрываем ее пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры. Затем можно убрать в холодильник до полного остывания. Вся заварная основа у меня полностью остыла. Она у меня постояла в холодильнике. Заварная основа и сливки. Вот я подготовила уже 350 мл сливок, должны быть одинаковой температуры, то есть очень-очень холодные. Заварной крем нам нужно хорошо перемешать. И теперь нам нужно взбить сливки с сахарной пудрой. Теперь плавными движениями соединяем обе массы. Делаем это постепенно, добавляем сливки в заварную массу. И перемешиваем. Я рекомендую это делать либо силиконовой лопаткой, либо силиконовым венчиком, не миксером, чтобы не разрушать структуру заварной основы. Крем-дипломат готов. Посмотрите, какой красивый, пышный, воздушный он у нас получился. Все готово, собираем наш торт. Собирать торт я буду в кондитерском кольце. На подложку выкладываю немного крема. И выкладываю первый корж. На корж выкладываю примерно 3 столовые ложки крема. Все аккуратно разравниваю по всей поверхности коржа. И сверху выкладываю следующий корж. Немного прижимаю, не сильно. И продолжаю. Опять крем. Все разравниваю. И выкладываю следующий корж. И так поступаю до конца. Аккуратно убираю кондитерское кольцо. И по бокам тортик тоже немного смажу кремом. В таком виде убираем торт в холодильник, хорошо пропитаться на 6 часов, а лучше на ночь. Друзья, торт у меня простоял в холодильнике всю ночь, хорошо пропитался. Я его немного подровняла и сейчас буду украшать крошкой. Давайте же поскорее отрежем кусочек и посмотрим, какой торт у нас получился внутри. Посмотрите, как красиво тортик смотрится в разрезе, просматриваются все коржи. Обязательно попробуйте приготовить торт «Спартак», вы не пожалеете. Это очень вкусный торт, который подойдет на любой праздник. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.